It's Ivan Madden. He is a very talented Counter-Strike analyst and he works with B8 roster for a while. Today he'll tell us some interesting stories. How did your analyst career start? Моя карьера началась с Виплея. Я собирал данные в проекте eSports Transfers. Хотелось бы передать привет Максу, это мой друг, благодаря которому я попал туда. В проекту нужна была команда по КСу. Я подбирал игроков, я сопровождал их на различных ивентах, помогал с аналитикой. Это было 1.5 года назад. Есть такой замечательный человек, Слава, это аналитик Face Clan. То, каким я вырос как специалист в своей области, благодаря ему, потому что он мне передавал свой опыт. С ним постоянно держим связь, общение. Это очень крутой чувак. Нави. Были обидные поражения против них. Давно мы их не обыгрывали. Пора бы, наверное, обыграть их в плей-офф мейджора. Если попадемся, это будет то, что надо. Сейчас в команде я выполняю роль тренера по тактической подготовке. Теоретическое понимание у ребят, что было на достойном уровне, за это отвечаю я. И стараюсь развивать команду с тактической точки зрения, строить дефолты, понимание ребят по картам. Могу также там придумать какой-нибудь свой раунд и даю аналитику по противникам. Я просто знаю, как устроен тир-1 команда, просто знаком с многими аналитиками, Complexity, Capitan Flames. Вот, аналитики делятся на два типа. Первый тип аналитиков собирает просто какую-то базу данных и помогает команде в плане цифр. И второй тип аналитиков, аналитики, которые встраиваются непосредственно в команду, он помогает во внутриигровом плане. Такого типа аналитиков больше заточен дойти до тренера, наверное. И у меня такая же стоит для себя задача в будущем дойти до роли главного тренера и добиться с командой больших успехов. Previously, the coach was there to help the in-game leader and help the team. Now, in a lot of these cases, the coach is running the team. It's his team, it's his players. He gets to call the shots and how they want to approach the game. Now that... How to become a better CS player. В первую очередь, замечать за собой ошибки, пересмотреть за собой демку. То есть нужно всегда начинать с себя. Общение с тиммейтами, если ты будешь сидеть всю игру в муте и не давать никакую информацию, процент того, что вы выиграете игру, гораздо меньше, чем у команды, которая будет общаться. Все, что связано с механикой. Заходишь на ДМ, там полчасика играешь ДМ, там 500, там 200 ботов, у каждого это все индивидуально. То есть ты должен развиваться в механическом плане. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Законы КСа. Есть основные правила, много теории, интересные различные моменты, раунды. Это все будет очень полезно для игрока, который находится вот на таком уровне, допустим, когда там Big Star в КСе. What you can wish our audience. Не искать каких-то универсальных формул успеха. Успех всегда заключается в вашем желании, которое должно пересекаться с вашим трудолюбием. Старайтесь, учитесь, развивайтесь, и вы обязательно достигнете прогресса.